обещаю сохранить. Для Марианны Маргарян это не просто слова. Она уверена, сохранит в памяти каждый день учебы в ставшем уже родным лицее. Абсолютно каждый день он полон ярких событий. Пускай грустных немножко бывает, тревожных, контрольные, никто не отменял. Но, тем не менее, я школу запомню как самый прекрасный этап моей жизни. Со своей будущей профессией выпускница уже определилась, станет экономистом. Ей предстоит сдать итоговые экзамены – математику, обществознание и английский. Но это впереди, а пока она вместе с одноклассниками отмечает свой последний звонок. Очень волнительно, я до сих пор не осознаю, что пришел конец моей школьной жизни, и уже поплакали, пообнимались со всеми, пришли учителя, с которыми мы очень давно не виделись, и очень трепетно. Чувство гордости и немного грусти. Классный руководитель 11-го Э Елена Паршина готовится попрощаться с теми, кто стал ей близок. Я сегодня уже всю ночь не спала, проснулась с утра в каком-то таком торжественно-волнительном настроении. Потому что на самом деле, когда ты видишь, помнишь этих детей малышами, а потом ты их видишь вот такими состоявшимися, взрослыми, им здесь было надежно, уютно, а теперь они выходят во взрослую жизнь. Когда-то сам выпускник этой школы, а сейчас отец 11-классника Александр Отряхин признается, в этот день волнуется больше сына. Но подарок вместе с другими родителями по случаю последнего звонка приготовил. Конечно, волнительно. Я больше того, я сейчас еще буду там плясать. Называется это «Танцевать красиво», но я буду плясать. И петь. Да, ну, конечно, волнуюсь. Вот, держу. А этот последний звонок прозвенел уже для воспитанников детского сада. Теперь вместо тихого часа – домашнее задание. Но к почти взрослой жизни малыши готовы. Воспитатель Людмила Горейнова для каждого нашла слова поддержки. Я в каждого из детей вкладываю свою душу, свою любовь, свою силу, свою энергию и говорю им про это каждый день. Пришли в сад совсем малышами. Теперь умеют писать, считать и читать. Достижениями, конечно, гордятся. А родители еще раз убедились – время летит быстро. Дети повзрослели. Самые сентиментальные не могли сдержать слез. Очень эмоционально, слезы наворачивались. И как бы уже понимаешь, что это новый этап жизни у ребенка. Мне очень понравилось, очень трогательно. Были очень какие-то сценки, номера, которые прям меня, ну, очень растрогали. Праздник с легким оттенком грусти для родителей, дошколят и 11-классников, и воспитателей, и учителей. Хотя последний звонок – это не конец, а начало нового этапа жизни. Карина Еряшева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».